Улица Парковая сразу же была перекрыта, но к работам приступили значительно позже. На спил обломившейся ветки требовалось разрешение от управления особо охраняемыми природными территориями, потому что дерево является памятником природы регионального значения. Сосне 120 лет. Специалисты говорят, исследовали дерево. Оно абсолютно здоровое, а обломилась ветка из-за своей большой массы. Прохожие задавались вопросом, что же случилось, ни ветра, ни урагана не было. Комиссия провела тщательное обследование и тоже пришла к выводу, что всему виной возраст сосны, крона которой разрослась до предела. Разрешение на спил 10-метровой ветки было выдано. Утром мы получили сообщение о том, что одна из веток произвела такое опасное нависание над дорогой, над улицей Парковая. Ну, к сожалению, дерево очень старое, это памятник природы, оно не гнилое, просто от старости, к сожалению, ветка вот треснула, ее надо удалить, иначе может создаться аварийная ситуация, тем более тут выходят пешеходы, люди ездят в машине. Конечно, для многих автомобилистов перекрытие Парковой стало большой проблемой. Но безопасность здесь превыше всего. И, собственно, никто не спорил. К слову, таких деревьев, памятников природы регионального значения в городе более 40. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.